Представители Роспотребнадзора, администрации города и предпринимательских сообществ провели совместное совещание. На встрече были обсуждены вопросы взаимодействия органов в сфере общественного питания. Связана такая инициатива с недавними массовыми отравлениями людей в республике. Основная проблема, по словам специалистов, в том, что никакой разрешимой документации на начало бизнеса по обслуживанию населения в сфере питания по закону не требуется. Вот свое, допустим, недовольство я хотел бы выразить тем, что вот эти надзорные каникулы, лично я считаю, что не до конца проработан этот закон. Можно было бы какие-то акценты более расставить, чтобы у предпринимателей, которые занимаются этим видом деятельности, не возникало иллюзий, что они могут быть свободны от надзора и могут вытворять, что им хочется. По моему ощущению, такие иллюзии у наших предпринимателей сегодня возникают. Мы используем полномочия наши, которых у вас нет. Вы используете свои полномочия, которых у нас нет. Взаимно дополняя эти полномочия, мы могли бы или на основе договора какого-то о совместной деятельности, плюс добавить и не противоречия нормативно-правовым документам федерального уровня, мы могли бы на своем уровне какие-то правовые документы разработать. Надзорные ведомства решили всерьез взяться за объекты общественного питания. Так первыми под проверку попадут банкетные залы Махачкалы. Эти объекты отличаются чем? Тем, что на этих объектах отсутствует постоянный принятый персонал. То и тем самым эпидемиологические риски многократно увеличиваются. Эти торжества, которые проводят, в принципе, это питание, где присутствуют тысячи людей. Та же ситуация при аналогичных цепочке нарушений, которые имеются и на этих объектах, одномоментно могут заболеть до 1000 человек в этих учреждениях. Поэтому мы хотели бы, чтобы вы подумали, как законодательный орган, чтобы вы подумали, каким образом можно отрегулировать.